Доброе утро, добрый день, мои дорогие. Это полиция гоняла. Все стоят на месте. На той стороне я на армянском. Столько тюльпанов вот женщины продают. С этой стороны и с той стороны. Вы смотрите, там сколько у нее. Стоят, никто не уходит. Все хотят хоть какую-то копейку себе заработать. Все с тюльпанами, все с нарциссами. У кого что? Кто с одеждой, кто с обувью. Так, ладно, я туда дальше не пойду. Так, спустилась немножко здесь тенечки постоять. Ветерочек так хорошо. Все уже, солнце. Нагрелись на солнце, теперь будем искать тень. По крайней мере, я. Мне уже на солнце жарко. Тенечки в самый раз. Плюс, не знаю, 25 сегодня, что ли. Я вчера даже не вышла, у меня вчера выходной был. Что я дома была вчера целый день. Вон, посмотрите, сколько у нее тюльпанов. И там, и там. Ее домашняя женщина одна спрашивала. Ваша домашняя? Она сказала, да. И здесь еще хотела показать. Тоже та яма, где провалился асфальт посреди дороги. Все, всем хорошего дня, хорошего настроения, больше позитивных эмоций. Всем мира, здоровья, добра, благополучия, всего самого хорошего. У нас лето, конечно, очень тепло. Зеленым все идем. Все идут на рынок, на центральный. Все. Всем пока-пока. Парень поет там на той стороне. Смотрите, сколько людей. Это уже все с рынка возвращаются. Стоят на остановке. Всем пока-пока.